Интрига у нас подогревается, и Амкару теперь нужно во что бы то ни стало забивать. Занев, подача, штрафную площадку, голевой момент, нужно забивать, гол! И вскочила трибуна, которая прямо подо мной, и как Амкар быстро ответил. Ну, меньше минуты, Анжи. Чувствовал себя лидером. Смотрите, какой эпизод. Вновь проворонили защитники. Все и вся. И Януш гол. Сначала мяч себе подработал под правую ногу. Убрал его под себя. И потом той же правой с носка, по-моему, направил мяч в дальний угол. Песякова здесь не обвинишь. Здесь виноваты защитники. Всецело. Они позволили мячу прокатиться вдоль вратарской. Ну и потом уже Януш гол забил. Гол.